Это очень трудное занятие. Поехали. Суптер готов? Три, два, один. Ну ты еще туда мышей тоже наводни. Может, гильдия Бедлак что-то знает. Бедлак? Они тоже что-то делают для рандомных выборов? Они случайно сделали. Нужно в Тартоз. Они вот вышли там, чтобы забить. Мне кажется, в пушке едут за кем-то следующим. Убирают все цели, едут просто вот стреляете. Ну, может, кажется? Ну, дыхание, дыхание. Ну-ну. Пнули вы там через этих? Через этих мышей? Берегитесь. Вот этот самый нижний оставьте. Он прям там лежит, где не собирается. Прервите. Извините. Сейчас надо убить его. Рядом с той. Аккуратно. Вот рядом с той, если убить, и потом на следующий выход надо будет еще одну пнуть сразу, как выйдут три. Зачем череп? Одну пнул, зачем? Это файл. Зачем сейчас? И сейчас, а когда выйдут. Надо убивать не там где-то, блядь, а посередине. Батард перехилил это говно сразу. Мне кажется, что просто мочат, они когда пока замедленные здесь. Мне кажется, одну можно спустить. Подождите, пока не... Ну мы и должны череп покрасить. Как-то черепахи есть. Убить. Зачем? Как-то мы не все рядом были, и может заденет всех тогда. Не? Мне скучно быть. Сейчас вот это убейте. Вот все нормально. Следующий. Да выйдет. Череп, готовься пинать. Подойди к черепу. Как он зов сделает, пинешь. Чаказ будет. Готовься сейчас. Окей, готовься. Смотри, сейчас зов Тартоза, 3 секунды. Отведи мышек поближе, а? Я сейчас сам попробую прям помочь. Я пнул. Мне кажется, не. Молодец. Мне кажется, 5 было. Не-не-не. Максимум. Берегитесь. Тут что не понятно? Может, надо пнуть сквозь 5 живых? У меня тут трясни. Посмотрите, если только пинать, то 3 заденет, если еще парочку кучу. Но там точно вот сейчас 5 пнули. Точно. А зачем вы пинаете рандомно вот просто так вот прям? Ничего, ничего, да? Давайте убивать, короче. Давайте БЛ просто. Ну, ну вот на дебаф на него там пнули. Ну зачем вот не было коста? Надо, блядь, выяснять, кто! И рвать руки. Вот сейчас пните, самый дальний. Чем? Самый дальний. Я пытаюсь.
Вот. Нормально. Я же говорю, мы задели. А я выжил. А я...